Темиртау активисты партии Аманат очистили территорию около железнодорожных путей. Акция «Таза Казахстан» прошла в районе соцгорода к правому берегу Самаркандского водохранилища. С лопатами, граблями, мешками и метлами на уборку вышли более 30 волонтеров-добровольцев. Это студенты, представители молодежного крыла партии, бойцы «Жасыл-Ель», члены первичных партийных организаций. На данной территории проходят электропоезда, поэтому актуальность порядка здесь довольно острая, говорят активисты. Мы уже на протяжении 3 недель наводим порядок вдоль железнодорожных путей. Эта акция проходит совместно с «Казахстан Темиржилы». Наша задача в первую очередь поднимать самые сложные вопросы и самые сложные участки убирать. Буквально в этом году проходило очень много совещаний, и на следующий год здесь должен появиться новый перрон и должна появиться новая остановка. И поэтому мы договорились при заключенном меморандуме между партией «Аманат», молодежным крылом и «Казахстан Темиржилы» наводить порядок вместе.